Всем привет! Начинаю снимать вид новинки. Сейчас у нас с вами новинки 5-го каталога, который будет действовать с 18.03 по 07.04. Тут, конечно же, и краски новые. Мы с вами будем попробовать. Их тут очень много. Я заказала черный цвет своей знакомой хорошей. Она согласилась покраситься туда-сюда. Шампунь новый, но пока что я хочу снять кроссовки. Смотрите, у нас с вами появилось 8 цветов. Тут идут размеры обуви с 35 по 41. И я заказала своей дочке 35 размера кроссовочки. Они все идут до единого. Материал верх эко-кожа, эко-замша для моделей и подкладка текстиль. Подошва ПВХ, размеры с 35 по 41. То есть вот такая красота в каталоге представлена. Угу. И сейчас будем смотреть с вами их вживую. Первые кроссовочки, немножечко буду подшабаршать на камеру. Первые кроссовочки вот такие вот, у меня в руках 35 размер на самом деле. Еще 37 размер я заказала Юляшке-племяшке на 8 марта. Я знала, что они ей понравятся. Она с превеликим удовольствием их примерила, как вы видите, и захотела оставить себе. Ну что ж, эко-кожа, тут замша. Вот тут вот, вот это вот замша. Дальше темненькие полосочки. Я так понимаю, что замша. Тут эко-кожа, тут опять замша. То есть такие вот интересные. У них у всех достаются стельки, что очень даже хорошо. Вот такая красота. Стельки достаются. Они слегка пупырчатые, но я не считаю, что они будут массажными какими-то или еще что-то. Пошив, на мой взгляд, великолепный. Качественный, суперский. Но если что-то с ними прям, ну, вообще не так будет, я, конечно же, в пустых баночках вам об этом сообщу. Все, что мне не нравится, я, конечно же, кидаю в пустышки и потом показываю. Пока что кроссовок там не было. Вот такие вот кроссовочки. Значит, 35 размерчиком полностью абсолютно подошли нашей Викусе и Юляше. То есть они идут точно размер в размер все, потому что, ну, вот такой у нас размер и есть пожизненно. При жизни, да, вот сейчас на данный момент. Вот, артикул 886-615 у 35 размера. На самом деле они есть с 35 по 41, что очень даже здорово. Следующие вот такие. Синие, прикольные. Ну, мне нравятся, честно вам скажу. Такие классика-классика. Мне кажется, что это унисекс. Можно и для девочек, и для мальчиков. Вообще абсолютно можно. Артикул 886-594, 35 размер. Тут замша полностью все, а вот кожа только полосочки. Видите, да? Кожаные полосочки и пяточка. Вот это вот пяточка. Вот. А вот это все замша. Мне кажется, очень красивые. Согласны? Красота. Далее розовая прелесть у нас такая идет. Она идет как, так же, как синяя, полностью, как вы видите, замш. Только вот эти вот полосочки и пяточка идут из эко-кожи. Угу. Ну, на мой взгляд, ну, очень качественная, хорошая. Стельки у всех достаются. То есть это прям супер вариант для весны. Обалдеть не встать. Очень хороший, красивый. Мне нравится. 886-622 в 35 размере. Тоже такие вот прям няши. Да. Ну, как же их еще назовешь? Очень нежные. Подойдут, мне кажется, ко всем образом абсолютно. Следующая красота у нас такие вот яркие, хорошенькие. В 35 размере артикул 886-608. Вот только посмотрите, какая красота. Придраться не до чего. Смотрится прям, знаете, так дорого-богато, как говорится. Хорошенькие очень. Тут вот все под замшу сделано, а вот эти полосочки кожа и пяточка тоже кожа. Прекрасный вариант. Да, то есть где-то вот есть кожа вот тут, да, в этих вот разрезиках. Нет, тут полностью замша. Супер. Следующая красота, самая-самая прекрасная, с артикулом 886-580 в 35 размере. Когда вы этот артикул добавляете, да, в поисковик, у вас выходят кроссовки, вроде бы как 35, но если там кликнуть, то все размеры сразу же выходят и выбираете свой. Вот эти кроссовки мне больше всех нравятся. Пишите, какие нравятся кроссовки вам. Вот эти, на мой взгляд, да, с такой вот коричневой подошвой, она такая, видите, резиновая.
Во. Во, звук. Поскрипеть вам камеру. Да, еле наскребла этот звук. То есть она такая резиновая. Очень хорошо гнется, как вы видите. Мягкая, очень приятная. Эластичная такая, мягкая подошва хорошая. Ну, средней мягкости, я бы сказала. Вот, и тут уже, смотрите, замш только вот эти вот места, да, полосочки. И спереди остальное эко-кожа идет. Все эко-кожа. Ну и в каждом, вообще в каждом комплекте стельки достаются. И они, ну, практически везде одинаковые. Вот тут слегка голубоватый оттенок, где-то белый оттенок. То есть не столь суть важно, но достаются. Можно, то есть, стельки заменить на другие. Если вы носите ортопедические. Вот у меня Викуся, мы раз в полгода ходим и стельки новые делаем, дорогущие очень. Потому что у нее вдобавок ко всему еще и плоскостопие есть. А вот, поэтому мы эти стельки, конечно же, будем доставать и класть свои ортопедические обязательно. Далее, вот такие вот красные кроссовки. В 35 размере, артикул 886-601. Тут есть такой сюрпризик. Вложили еще белые шнурки. Можно носить с красными. Вот мне больше с красными нравится. Но кому понравится больше с белыми, вот оно. То есть белая подошва, белая пяточка, белые полосочки. И, в принципе, да, тут вот беленьким прошито. И оно будет так-то очень даже хорошо сочетаться. Но вот мне больше так нравится. Пишите, как нравится больше вам. Но это единственная пара, куда вообще были вложены дополнительные шнурочки. Больше не было вложено абсолютно нигде. Да, они тут идут полностью из замши. Эко-кожа, тут только полосочки. Вот эта пяточка. Подошва уже такая, знаете, уже не резиновая, а уже такая вот светлая, как обычно вот у всех кроссовок идет. Большая разница еще и в подошве бывает. Видите, подошва, которая темная, да, она прям резина-резина как будто. А тут уже такая вот ТПР получается. Еще одна такая вот пара. Она больше всех понравилась всем, кто смотрел кроссовки, потому что бежевый с белым очень красиво сочетается. Полностью ее замшевая, только вот кожаные полосочки получаются. В 35 размере, артикул 886-578. На мой взгляд, очень симпатично, очень здорово, классно, великолепно. Они легкие. Я уверена, что в них будет дышать кожа. Вы знаете, Вике понравились все. Не было такого, что она сказала, не хочу одевать. Она все полностью померила, как вы видите, и я прям в приятном удивлении. Так, следующие идут с артикулом 886-629. 35-й тоже размерчик. Это тоже Викуся. Мы за лето, весна, осень, спортзалы, прыгать, скакать. Я решила оставить все. Понимаете, я думала, выберу какие получше, сниму на обзор, что-то отправлю. Ребят, я не смогла отправить ни одни кроссовки на возврат. Ну до чего ж они хороши. Прямо вот, знаете, пошив такой идеальный, даже докопаться не до чего. Вот вы представляете, какая красота. Прямо вот не до чего докопаться. Вот где-то какие-то изъяны поискать. Ну вот мне лично пришло все идеально, все здорово. И взрослые размеры 38, и вот 35 размер. Поэтому да, у кого у деток доросла нога уже до 35, смело берите. Даже моя Юляшка-племяшка, насколько она современна, она носит и футболочки Love, вот эти вот белые. Ей очень нравится вот эта белая футболочка новая. И кроссовочки с превеликим удовольствием на 8 марта я ей подарила. Она прям очень сильно захотела их носить. Последняя у нас пара идет. Это абсолютно мягкие тряпичные кроссовочки. Я решила попробовать Викуси на лето, там еще где-то. Тоже гнутся великолепно. Протектор тут уже абсолютно другой. Если у тех был резина или еще что-то, да, или ТПР, то тут, конечно же, ТПР и протектор новенький такой, да, хорошенький. Вот они такие вот прям мягкие. Что порадовало, в мужской версии, по-моему, не доставались кроссовки, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Тут кроссовки достаются, стельки, вернее, из кроссовок нормально кладутся назад. То есть никаких вообще проблем нету с этим делом. То есть тоже стельки можно заменить. Для меня лично, потому что Викуся немножечко, да, страдает там совсем немножко, но мы все-таки взялись за это. У нее слегка есть плоскостопие. Ну, а вдруг она у нас моделью будет, да? Вот, поэтому мы решили, что сейчас на данный момент ее ножки беречь. И мне очень радует, что я могу достать стельку и положить ортопедическую. Прям супер. Бегаем на в них. Вот мы сделали трое стелек мега дорогих. Вот мы будем их класть вот в эти вот кроссовочки. И они прям размер-размер идут. Ну, может быть, 0,5 миллиметров, 0,5
сантиметра, вернее, они где-то вот тут вот, да, у них большой пальчик, но это мелочь. Это вообще превеликая мелочь, я считаю. Вот это вот зеленая красота с артикулом 886-551 в 35 размере, тоже в Якусе взяла. Просто обалденные. Мне понравились, прям очень понравились. Далее, что же я оставила себе и Катюша. То есть это я уже заказала чисто себе и Катюша по 2-3 модельки. Как вы видите, то, что лично понравилось мне. Во-первых, у меня есть салатовый костюм, и я приобрела себе вот такую красоту. Потому что раньше я их носила с носками, носков таких больше нет. И кроссовки уже вышли как бы из оборота у меня. Можно так сказать, я их износила. Поэтому с артикулом 886-554 в 38 размере я себе оставила такие вот кроссовочки. Они легкие, они классные, они пружинят, у них нет никаких проблем. И очень хорошо сочетаются с тем костюмом, который у меня есть. Прямо великолепно. Ну, марки я не, конечно же, марки, но с другой стороны, у меня есть еще такие белые с прошлой коллекции. И с прошлой коллекции я их и стирала в машине, и что только с ними не делала, как только их не морала, они идеально пятновыводителем уходят, сходят, и ничего с ними не происходит. Они просто супер-мега классные, мне понравилось. Предыдущее качество, предпредыдущее качество, то есть у меня еще прошлые кроссовки, вот кто давно в компании, позапрошлые кроссовки, то есть у меня есть кроссовки, которым уже 3 года. И я их преспокойно стираю в стиральной машине, и с ними ничего не случается. Я буду надеяться, что эти точно-точно такие же. В общем, кайфую от такого качества, что постирал и носишь. И вообще мне сложно найти удобную обувь. Я тут ходила в обувной магазин за туфлями, потому что у меня тоже туфли начали уже заканчиваться. От Faberlic уже тоже все закончились, как бы износила, да. И могу вам сказать, что вообще очень сложно. Я обошла 8 огромных отделов, целый дом обуви. И ходила, искала. И хорошие фирмы, и уже дешевые. Посмотрела просто по колодке. Думаю, ну фиг с ним. Я думаю, куплю, прошу прощения за сленг, дешевые. Но вы понимаете, ну не могу, ну неудобно. Вот, и все. Вот, ну не получается. И сейчас я прям примерив их, поняла, что это мое-мое-примое. Оно размер-размер. И я себе оставляю такие вот себе красоты. Кроссовочки 886-538 с такой вот резиновой классной подошвой. Видите, подошвы не только по протектору, да, по форме, но они и по составу отличаются, да. То есть тут ТПР, а тут прям резина-резина, я бы так сказала. В общем, и те, и другие прям очень понравились. Дальше я оставила еще двое тряпичных. Значит, это Катюшкины в 37 размере. Черные такие вот приятные. Видите, хорошенькие. Тут один раз шнуровку настроил и одеваешь их, носишь. У всех, конечно же, достаются стельки и у тех, у всех размеров, что тоже очень-очень удобно, мне нравится. И в размере 37, артикул 886-654. Тоже как бы такие, Катюша примерила, ей вообще они очень хорошо. Вот, это точно-точно такая же модель, как вот эти, да. И, конечно же, себе я взяла тоже, у меня таких нет. Черные с белым, да, с белой подошвой реально нету. У меня кроссовки только белые, но иногда куда-то вот выйти, смотрю, и мне не хватало черных тряпичных. Сейчас они у меня есть. Такие вот простецкие, хорошие, клевые, классные. Надел, как в тапочках, да, бегаешь. Я обожаю кроссовки, обожаю их носить. Артикул 886-547 в 38 размере. В Якутске черные не стала такие заказывать, потому что она черные не очень любит. Ребеночек светлый. И максимум, что я ей могла предложить, это вот такие кроссовки. Больше там, в принципе-то, и в каталожке-то и ничего и не было, да, вот так вот, чтобы 35-е купить. Видите, тут они только бежевые. Но Вики мы взяли бежевые замши, белые. Но она их просто из подъезда вышла, они уже будут грязные, черные она не любит. Поэтому я ей вот взяла такие вот хорошенькие на лето. Вот знаете, с утра бывает прохладно, вот самое то в таких кроссовках, они и дышат, и все, как бы великолепно просто. Да, они идут тоже с 35 по 41 размер. Не знаю, будут ли они в наличии, когда стартанут в продажу. Но уж очень хорошие кроссовки, прям супер, мне понравилось. Видите, да, вот подошвы. У всех вот эти вот ТПРки белые, а вот тут такие вот темные резиновые и такой какой-то светлый резиновый. Такая вот красота. Вообще прям в тему кроссовочки очень хорошенькие. Да, очень хорошенькие, очень красивенькие. И те, и другие новые цвета.